бывает уже. Это дилемма, насколько это ему нужно. Это все обговаривается, я всегда спрашиваю. Если я предлагаю, знаешь, что сделать? Я предлагаю сделать? К людям прикрепить 2 спека. А что делать друидам с паладинами? Ну, в 2 спека основные, то есть основной и оф спек. Вот, это потому что танки. Ну да. Просто, блядь, я прям реально с проблемой, блядь, столкнулся, как комбата начал пытаться собирать. Так, Притон там в инсте, нет? Нет, не в инсте. Притон, ты тут? Да, я тут масло покупаю, у меня все закончилось. Сейчас скоро буду выдвигаться. Кстати, если масло покупаете, где-то за полчаса до рейда придите, мне скажите вам. Реги купите, я вам реги дадите, я вам сделаю. Просто на твинка заходить. То есть только если это на АПшное, на ДД, на милика. Что, у тебя масло можно заказать? Я могу СПД сделать еще плюс. СПД есть. За сколько? Ну, реги просто дашь мне, я тебе сделаю. Окей. Курка! А не за сколько? Да я просто сам заебался покупать их за 400 голды, хотя выходит там оно 250-200, когда смотри, от стоимости. А, ты имеешь в виду, которые эти, сил титаны? Нет, иллюзорное масло. Но 400 голды стоит? Да, сейчас 300 оно висит, но оно так уходит, это 200-250. Слава. Это, слушай, если танком надо, я могу налепить буревечные и сейчас пойду сделаю дыхание огня. Нихуя. Буревечная это, короче, хреновина, заряжает на полчаса энергии. Я знаю. Да, могу наделать, мне рецепт выпал. Ну, блять, понимаешь, это больше такая косметическая хуйня, ну не знаю, но особо. Ну как-никак, все урон дает. Ну, как бы, каждая тычка в тебя, в ответку молнии бахает. Все какое-никакое агро. И так-то можно. Ну, если прям время есть. Сейчас налепить могу передать. И сейчас схожу, сделаю, еще рецепт вытащу. Выпиваешь, там пуншик это и огонь. Дыхание дракона. Да, это тоже. Там единственная проблема реги из сердца выбивать из драконов. Я сейчас пойду по калашматчу, все равно покачу. Да. Я когда-то делал там этот. Здорово всем. На мишку кайфово, когда бегаешь, РБ да? какой-нибудь. Все пидоры молнии бьются просто. Да, ну когда есть такое, когда бежишь, толпу собираешь. Катрисия, блядь. Они хуй на вы с вальками придумали, мужики, вот это, кстати. Нормальная тема, да? Че, валик опять сагрили? Ну, блядь, да. Ой, кас пропустили. Мудаки, блядь. Хули я вам еще могу сказать. Валик, они сагрили, блядь. Да мы специально убиваем. Чтобы потом... Ну почти убили, я думаю. Тут мою броню, блядь, медведь жопой натирает, блядь, полирует, блядь, меч мой, нахуй. Понятно. Ну, понял, зачем вторую сагрили? Второй присоединился, сука, кринж. Походу. Смотри, что они делают. Так, этот самый... Кто там, блядь? Надо лока вынс, чтобы, блядь. Что это такое? Что так много? Надо лока вынс. Ты что, на счет тебе записать, на который 500? Ну, можешь на счет записать. А можешь и не записывать, да? Можешь не записывать. Да не, я лучше запишу. У тебя там труд просто, и як сумасшедший. Так, 3 звездочки. МВП Хант.
пули. А куда вы суммоните-то? Ссылка. Понял. Так, и Вилаша на лидера, зайду пока на Мишку. Определяйтесь с проходками в самостоятельном режиме, блядь. Я ебал вот эту хуйню там опрашивать там каждого там. Вася, а у тебя есть проходонька? Лич у тебя убитый, а ты знаешь тактику? Вот эту всю хуйню самостоятельно выясняем, знаете вы тактику или нет. И пока мы идем, или до того, как мы еще пойдем сейчас в рейд, сделайте так, чтобы если у вас есть проходка, если вы все знаете, то есть если вам нужна проходка, если Лич не убитый, если вы все знаете, вы готовы к этой хуйне ко всей, то попадите в рейд. Вот, все, что я хотел сказать. Сейчас мы пока что чистим трэш на тухлого гнилого, ну, тут с чумку. Сейчас вонете. Я хочу себе травму забрать, блядь. Или чё, блядь? Или ультрадулю оставить? Конечно. Ну, вроде есть? Или кинуть его? Не надо так делать, ты чё? Нет, у ультратруля вроде есть как травмагер. Гер даже? Нет, геровской нет у меня. А, обычная? Да я обычная тоже нет, у меня арпус. Обычная. Ну всё, топ, зачем всё. Кикнем нахуй сейчас. Эй, я КД принял так-то. Нихуя себе, блин. Запинил КД. Ясно, блядь. Ясно, лучше перед. Сука, не дай бог хуёво хилить, будешь или сдохнешь где-нибудь. У нас нет ретрика. Да и похуй. Да. Ну, на желание. Нет, это процент, процент хосты, алло. Алло. Это именно алло. Алло. Приём. Чё, полбу не дало? Нет. А ты хулидринг играешь сегодня, не? Ну, на час смогу зайти. Через час на работу уйду. Ну, вон, на Вилане есть. Кого свищить? Катрисия РЛ, нихуя себе. Кого? Значит, точно не Катрисию. Кого свичить? Мне ретрик. Так-то ничего не надо. Ретрик надо. Какой товар почилит или кто там. Смотрите по ИП. Ретрик надо? Но я почилить могу. Нет, не можешь. Мне ничего не надо. Надо ретрик. Правильно, давайте выкинем ретрика. В окно. Согласен. Ретрик. Просто. Вы куда меня сумуните? Вы еще аутисты? Короче, надо сейчас ретрика на постоянку в рейд до лича. У кого есть проходка, кто почилить хочет. Не, ладно, без меня сегодня Олдварлок, не убивайте. Ты и так чилишь. Вот что говорю. Пока что. Ава. Ворохель, да, не может. Ты тоже сиди. Вары. ДКшники. Кто может почилить? Хукмастер вообще, может, ретриком пойдешь? Че это, бля, один пал в рейде будет или че? Так можно было бы хукмастера взять с ретриком. Вообще, если че, можно топа почилить. Проходки. Все, топа почилит. Я могу почилить. Не, там просто реально ничего не надо. Я уже во всех боссах, где могло что-то упасть на меня, побывал. А РПБшный шмот? Нету больше, там дальше его. Если вы в целка пошли. А мне интересно, что вы стоите, блядь? Ждем команду хозяина. Если, блядь. Хозяина. Лети там, так, хозяин. Лети там, Авилания. Хозяин подарил Добби носок, да? Да. Лети. Ножелок есть. Теперь Добби свободен. А мы трэш спулили, блядь. Тут уже все хуево. Понял, нахуй. Сдала раньше. Холмов, дела идут хуёво. Из себе холмов там, блядь, сдала раньше. Бен, видишь, твои эти конкуренты появились. Какие?
Что за... Вот, что-то глянь, что в чат, глянь. Синтека, так и Триси. Забери из Слава вот это. Я там уже не был. Снайпов здоровья. Помощников забери. Каких помощников? В Катрисе собери помощников. Еще есть, еще есть гаматик. Как его называют? Гамасеком и называют? Да, 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 так и называют. Повеселимся. С подобными шуточками, блядь. Слава, говорю, без меня слепца не убивать. А что ты сегодня жить аж не будет? Ну я не знаю. Okay. Пойдем РС-ку тогда зашла. Как же ты 5 лутать? У меня приор. Все равно без второго куска смысла нет. Ну так куда? Что там есть? Похилить какая-нибудь система. Система Нибель есть. Система Нибель на туре. Рабочая. Каждый кап, а же там хилить не надо. А что, еще... лошадочка рабочая. Еще со школы, да? Так. Как гайд, как спулить моба. Сука, моба уже не спулили. Со школы на системе, да? Короче, ультрадру, считай, если выпадет сегодня травма, считай, это знак судьбы. Это подарок свыше. Это божественное провидение. Это космическая удача. Вселенская милость. Я кончу, если она выпадет. Найдем. Не на лице. А кому там нужно с этого... А, тут инвалид. А что тебе, оттуда нужны часы? Ублюдские, да? Блюдо. Мне да. Иди сюда. Матань, а матань тебе не нужно. Бляха. Наличаюсь, что мне нужно взять. О, Катрисия, блядь, как дела она? Ты там вайпаетесь уже? Катрисия, что тебе случай? Ты хочешь арбалет? Обрыгался. Да, я хочу арбалет. У нас добар есть. Обломится нахуй. У одного есть уже. Чё, ханта тоже кинем через хуй. А у него тоже есть. Арбалет, гер? Да. Ага. Я ж знаю, у кого чё лишь. Ты думаешь, я чё не знаю, у кого какой шмот скинуть? Мы ж тогда ходили, типа там выпал кал полный, вот этот арбалет. Да. Я не стал ролить, блядь, думаю, ханту надо. Не, ну правильно. Да и так ханту, бы отдал ему. Ханту, конечно. Ханту приором это уходит, потому что... Даже я и забыл, что у него комбаты есть. Это не забирают. Мы когда-то играли, блядь, там было похуй. Ну, типа, падает арбалет, если вар по приору, хант ногу сосет нахуй. Там забирали чисто, ну, 6 циферок тяпнет, все забирали, блядь, похуй. Приор, не, МВП хант вроде играет, чё, блядь, не отдать. Чё, блядь, я буду возникать? Так, тогда был бы какой-нибудь Warframe, нахуй, босс. Ну или Сентек. Не, Warframe вообще забей. Там ни арбалет, ни вообще ничего даже. Вообще ничего не отдаваю. Не, Сентек ровный парень, это я шучу же, блядь. Ровный парень, но не хуёвый. Он собирает 4 спека, блядь. Парень ровный, но не кривой. Блядь, заебал там чилить, нахуй, в ЦЛК. Подождите, ловушки сниму. Да, я скажу хантом. Друль надоел, ничего туда не надо. Все собрал. Бля, вот он тебе тут прям вот ты его так ненавидишь, да, что он ходит твином забирает? Да вот не просто он нидер и все. Я он нидер, блять, он все нидит. Я его за это не люблю. Блять. Не, ну тут по факту. Блять, эта штука, блять, если кинуть какаху, блять. Как бы, ну, Синтек бы... 90 спеков, вам, типа, вам надо... Понимаешь, видишь, это моя проблема в том, что я что-то вообще вам озвучиваю. Если бы вы вообще не знали, нахуй, ну вот шмотка упала и упала. Не упала, не упала, все, соси ногу, значит не упала, нахуй. Ну, типа, она тебе либо упадет, либо не упадет, блядь. Ты не должен знать, никто там что нажал, никак, что, почему, зачем. Вот, система должна работать автономно. Так он, блядь, сам говорил, он сам кричит, я жму сотку, блядь.
Ну вот. Ну, это а вы сосите, давайте приор свой, блядь, сосите ногу нам. Есть шмот, который супер приоритетный, то есть который много апает, много статов дает. А есть шмот, который мало статов дает, и можно потерпеть. То есть там 64-ю на 77-ю можно потерпеть. Можно еще какие-то шмотки там потерпеть. Ну, 64-я, 77-я это такое. Вот если 71-я, 77-я, то да, уже можно потерпеть. Ну да, там какие-то есть. Ну вот ситуации. Те же плащи с кораблей. Ну, типа, я уступлю вообще любому сейчас там. Авелане, Ханту. Вообще мне не. Зоха, дай стрим. Опять же, надо смотреть, кто это самое. Кто какие спеки играет и сколько времени в них проводит. Не пульте боссом, я захожу. Уже спулили. Что, бафчик полутал? Чего? Не спулили мы. Ах ты, краснощекий пидорас. Ну-ка это. Краснощекий, мне щеки. Ну, если что, Волк Рим пришел. Че, фласки будут какие-то? Ага. Во флодилку скину. Ой, блядь, не то скинул. Фласки во флодилку? Так, сед, жена, раздавай на миликов по две штуки. Давай-давай, водонос. Так, водонос. Водикон. А, вот это вчера за замену кидал мне этому фокмастеру ИП? Не знаю. Да. Так, шалфир на этот, на СПТ. Тоже по две штуки. Давай, пока что. Сейчас. Ну а тут какие боссы сейчас еще? Проф. Ладно. Да, нормально должно быть. Сука. У шалфира СПД, у Седжу на АП. Ставлю рыбу. Жрите. Так, что там порешали, кого там надо? Не так кикну пока их. Смотрите проходку конкретно лич, у кого не убит. И там посмотрим уже. Не вообще всех, что возьму, не факт. Надо смотреть, чтобы человек, если ему делаешь проходку, чтобы он профит какой-то дал, чтобы он, блядь, дамажил 25к не меньше, нахуй. Иначе смысла от проходки нету. Нехуй делать там на роботе сейчас. Куплю масло. Скипидаровое. Я твою эту поставил, никого не чувствую изменений. Может, потому что сам уже настраивал до этого всю эту хрень. Че, на боссе Алиша или ты? Я начну. Насчет полиролик надо реально какой-то налаживать этот поставку. Голд поток какой-то нахуй постоянный, чтобы что-то, блядь, ну помимо этих БС что-то, ну добавочку. Да я, наверное, буду раз в день там какое-то время поставлю. Пока, наверное, надо ходить. Да, вот именно, он, я просто, ну не знаю, там днем или с утра в какое-то время определенное всегда в одно и то же время буду ходить и пачку собирать. РТ в РБК. Ну я теперь тоже. Ну да, РТ в РБК, блядь. Потому что это, блядь, занимает стелс-пати, блядь, ну 45 минут, блядь. Да там даже, ну, типа... Даже не стелс-пати, ну, полтора часа, окей. Да. Можно там 3-4 пачки собирать из гильдии, все, и ходить. Да, причем это очень много голды, во-первых, приносит. Ну, блядь, ты раз сходил... Там по КД там... эти синие полироли сыпятся. Да, то есть за вот эти 45 минут... на каждого ходит, ну, в среднем по 10 тысяч голды. Ой, а ты сегодня закрыл уже? Сегодня нет еще. Я сегодня пошел? Занят был весь день. Пошли, все равно чилишь, сидишь. Притон подошел, нет? Вы на замене сидите. Так, Притон тут. Даю отчет. Он видел, что я чилю. 4, 3, 2, 1. Нас двое, что, дальше собирать? Кто-нибудь да еще нет, где есть? Не, надо пачку собирать, сразу искать. Вон, Old Warlock. Бери, тогда уж не стелс пати, пойдем, блядь. Стелсовики. Стелсовики, ну там раза два быстрее получается, стелсовиками. Споры вынесите, ебать. Я допусь. Я понял. Про споры все помнят, что сейчас делать? Сейчас вы поймете, сейчас начну хуярить, блядь.
А чё, в РДД одна спора? Я полка карты бегаю. Так, смотрю, значит, было на Седжу, на Криптэвере, на Хукмастере. Кого с вас хуесосить? Меня. Ты не вышел? Ну, я думал, типа, они вынесут кто-то из них. Ага. Ну вот так и думайте дальше, нахуй. Сейчас выпанемся. Ну я же занонсил. Втроим, блядь, вхуярю ГП, нахуй. Ебаш. Думайте теперь, как сделать так, чтобы рейд не сдох. Не дохните, пожалуйста. Вот, еще две споры будут. В трех точках должны быть споры. И когда будет едкая гниль, будет не зыбка, а массакра, и свои сейвы еще добавляйте. Иначе, блядь, если сдохнете, нахуй. Будем, нахуй, как додики бежать заново бить это говно. Из-за того, что вы там, блядь, сука, циферку свою проебать боитесь. Из-за этого мы, блядь, не за 2 часа все проходим, нахуй, а за 5, нахуй. Так, частица 7 секунд. Сейчас будет бить сильно, все 5 хилов хильте воида хорошенько. Забирать уже будешь после едкой гнили. Сейчас хорошенько танка хилим. Так, кровь обдал. Сейчас рыбу поставлю. Едка гниль. 15 секунд, готовимся. Бидон! Не вот ловите это. Пельмени. Ультрадрус пельмени стоишь как? Заебись. Сейвы отдаем. Захиливаемся. Так, Трулдей вылетел. Да, выкинул. Ну давайте Инера попросил бы, пожалуйста. Инера вот в автономном режиме там раздавайте. Будфокс, Вадикон, Катрисия. Я думаю, у вас это ну, должно получаться. Мы до второго взрыва убиваем? Да, да, конечно. Сейчас уже не сносите споры. Ну так, одну словили и нормально. Она уменьшает урон. Одну хотя бы можно. Урон от пола газа от этого уменьшает. Короче, за 3 часа, ну вот за 2,5 часа справимся сегодня. Будет дополнительное ИП за время. И час останется на РС-ку. Если РС-ку закроем, тоже какой-нибудь там косарик добавлю. За РС-ку. Работаем. Спасибо, папа. Спасибо, мама. Это реально с буревечиной прикольно. Нет, это с напулом прикольно. Че, так говно надо кому-то? Да вроде. Вот осколок. А это говно надо кому-то? На распыл заберу. Еще один, блять. О, еба. Все, хлидринка нет. Весь мой твой, да, теперь на распыл, блять. Попробуй не напуливай сейчас. Кровь надо кому-то? Вчера никто не брал, там омардаунд. По палку. Я понял. Как-то странно звучало, но ладно. Че, ты тоже, да, этот? Она заразная? Палка? Палка. А че, у нас армса нет? Нахуй, я чуть не вкуриваю, блядь. Смотря кто кинет. Мощный удар. Сука, вы даже румсов не делаете, нихуя. Шалфир у нас норм пати раскидана. Вот, поэтому я и хочу комп собрать. Я могу спекнуться на керсари. Но там у меня там дамаг на 6 кал упадет точно. Спим потянет.
От пива пойдет. Ну, там вроде нормально. Такс. Ну, чё, да. Вы ТНТ? Да. Хорошо. Да, Илаша, поводишь же, да, эту хуету, как они называют, червей этих зеленых. Никто там. Червей. Лизни, брат. Кто червь плюс чат? Ну, это понятно. Катрисеван червячок. Так, есть какие идеи, кто там на рейдж пойдет? Так. Частица на ханта, хант и звезда с водиконом. Я вон с шофером в треугольнике стою. Нет, хант, звезда с водиконом. Мэтфокс. Мэтфокс, давай с бенстиллером кружок. Запоминайте свою хуйню. Шалфир и Притон в ромбике. Ну и, блять, и что получается? Оставшиеся два мага Эя и 228. Треугольник. Ну, вы самые такие, блять, смотрите, это. Не сдохните нахуй. Жрите там локовские камни, зелье на хп, там какую-нибудь хуйню или ключ нахуй оденьте, что-нибудь. И это, блядь, вы под СПД, да? Но смотрите, имейте в виду, щит маны лучше сдать. Лучше не подамажьте, чем вы сдохнете. Это будет хуёво, если вы сдохнете. Потому что, когда в рендже меньше 8 человек, то босс плюёт. Он выбирает цели из всех, кто в комнате есть. Вот. А когда на РНЖ 8 человек есть, он выбирает только тех, кто на РНЖ. Именно из этих 8 человек. 3 случайно человека. Губительный газ. Если губительный газ будет в мелизоне, мы умрем сразу. Вот для этого надо, чтобы вы выжили. Ну, соответственно, все остальные под боссом. Гера будет с пула, да. Ну, вся фишка со слизнями. Когда на вас слизень маленький, отворачивайте его лицом к стене, чтобы он плевал туда, за круг. Вот, и сводить большого только с другим большим. И между собой слизней не сводить. Ну, это. Без команды не сводите. То есть, ну, сведите, если видите танк недалеко, там, ну вот в 20-30 метрах. Можете два свести маленьких, он заберет большого на себя. Вот. Смотрите за этой хуйней. То есть, чтобы большие маленьких не ели. А маленькие с маленькими сначала, а потом большой с большим. И старайся забагать это. Количество стаков на слизне. Если слизень с маленькими стаками поглотит слизня с большими стаками, с количеством стаков, то будет заебись. Хорошо, Валиант вижу. Все слышали, Валиант на замену пришел. Нихуя. Что, почему-то сидит? И он написал мне в ПМ. Дает что-то. Хуя, если ты ПМ читать начал? Я увидел. С тобой впервые, не надо меня убивать. Я лучше резну, блядь. Ой, блядь. А чё вы в РДД зоне? А чё на РДД стоят? Друль, маг, лишние все. Где они стоят. Какие друль, маг? Где? На все убежали. Он заевейдится сейчас. Это, вы там с РБК можете в другой канал уйти? Десятку там? Серьезно, зато. Пойдёмте, ребят. Смотрите, на блевоте очень осторожно. Когда блюете тоже. Если блюете и служи выбегаете. Ой, если блюет босс на вас, и служи выбегаете. Сейчас, в принципе, посмотрим. 228 не проебить. Без раздумий, то есть юзайте щит маны. Сливайте ману, там еще порезайте. Если сядете по мане, вон там гимны на ману есть. Два приставления. Слизня отверни. Ага, к стене. И хуярим, что есть сил. Дубовую кожу отдаем от Фокс. Что там пробивает? Пенстиллера захитить. Так, пока блевоты нету. Если будет с блевотой, наверное, сейф там. Насчет дебафа помните, да, диспель? Так, губительный газ 2 секунды, еще посмотрим. Короче, отдам незыбку на этот газ. Хильдя, быстрее. Я незыбку отдал, то просто вроде прохилить. Так, Авилаша, у тебя настакана там на незыбку хуйня? Сейчас, короче, настакай там
Он бьет по 2000, этот мудак. Только с рядом с этими. Ага, его в стеночку отведи и слишком рядом с этими не стой. Отстакай 5 стаков. Чтоб была хуйня, у тебя сейф. Захиливайте. Так. Блять, этот ебан меня даже не хилил, нахуй. Кто в РБК играет, уйдите в другой канал. Ой, пошли наверх. Так, что там по стакам? Смотри, там маленьких много, сейчас они, если кто-то их сведет. На твоем 3. Маленький под боссом, и вон маленький еще. Вон бля, сейчас... прохи... Большой! Перей свели. Вот Фокс, резай Бенстиллера. Друид инвалид пока. Вон еще. Большой в центре. Его заберешь в кружке где-то туда, своди их. Готовьтесь, скоро взрыв будет. Бенстиллеров убав, Каскова приставав. Готовимся. Взрыв кастует. Готовимся. Выбежали с центра. Выбежали с центра. Выбежали. Давай незыбку. Массейв в рахе. Хотя сейчас опять стоп. Возвращаемся. Вот Фокс сдох. Шалфир, дай на хп. Прохилить. Вадикон, ресай Мэтфокса. Друид инвалид, выйди на рейндж. Ультрадру, ресай 228. Захил каску лапы пристабав, заново обновляем. Дал не зыбку, говорит, Мэтфокса захильте. Вот как раз убить нас. Все, 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 кто были на РНЖ, на рейндж, уйдите. Друид инвалид под босса, вернись обратно. Чтоб тебе проще хилить было. Должны додушить, я думаю. Если что, глыбу сразу жмите магии, если хп проседает. Че поманило? С бидона ебаните кто-то и нырок, совы или кот. Если есть незыбкая ваша, дай. Мысли я прожимаю, и щит маны всю хрень. Немножко осталось, 8 лямов. В центре большой. Просто захиливаем, пускай здесь стоит этот большой. Ладно, похуй. Все там лям добивайте. Осколок. Опа, даггер. Забирай, браза. У тебя что есть? Ты же хотел уронить. За 10 забирай. От души. Хули не пускает. Чё там, блять? Походу забагалось. А не, нет, открыто.
особое внимание на двух переходках уделяем на то, что надо убить слизней в приоритете. Один слизень в углу стоит, зеленый треугольник. Красный по кружку бегает. Стартовая позиция красного примерно тут. Зеленого вот тут. В этой хуйне в углу. Не забудьте, когда переходка на 80 и 35, туда добежать соответствующим по цвету дебафом. Иначе будет хуёво. Я в кукле. Так. Вот рыба. Так. Сашка. Дикона. СС дай подруить инвалиду. Катрис, я думаю, не сдохнет, надеюсь. Ну тыкать. Че, кто на боссе? На Вилаше. А еще. Этот. Я сейчас. Принимайте там бессилер 228. Сяду в куклу, поохотайте, друиды. Поешьте рыбу, пока остальные. Чё там, жрите, охотайте, рейд-то. Друиды, киньте, а мороженое. Пример рост ещё закиньте. Там один кто-то ультрадручили, да, стоит? Ну, там просто только одно омоложение, о, теперь пошел еще будем наносить. Отойдите отсюда, уберите пьет, что за хуйня с пьетами? Ну, они к тебе бегут. Ультрадрующий кидает, нет? Ладно, на счет три начинаем, короче, раз, два, три. Нихуя нету энергии, блядь, не прибавляется. Тут они кидают. Лужа. Выходим с лужи. Ультрадру, ты тут? Да. Кидай омоложение буйный рост на куклу. Кидаю. Так, готовимся зеленый. После зеленого сразу бурстим по боссу. Максимально стараемся перевести. Ну, в принципе, должны перевести, я думаю. Сейчас люди отлетят, уже веди туда. У стола будет переводить. Ну, чтобы милики далеко не бегали. Сейчас слизня добили. Служи, выходите. Босса переводите. И готовьтесь вот треугольник, чтобы недалеко вам было добежать. Сильнее по боссу. Нормально, 5 секунд успеваем. Два слизня выходит. Зеленый дебаф встает в треугольник. Красный дебаф начинает бить слизня. Так, давай низовку. Захиливайтесь на фул хп. Помогайте моменталками какими-то. Кто там может. Сейчас они сдохнут, нахуй. Ну захильте, сова, захильте. Отдай эту. Как она называется? Дубовую, что ли, эту хуйню. Щит там маны отдайте, блин. И красного что-то не убивают. Помогите красному. Пельмени, смотрите, летят, блядь, по комнате. Сука. Тролл Д, Кирсория, Вилания, вы что, нахуй? Сейчас еще одни полетят. Еще пельмени летят. Видно говно, нахуй, зеленое летает, блядь. Нельзя в него попадать на стресс, нахуй. Почему, зачем, блядь, летаешь? Служи, выходим. Выйдите, сука, что, дебилы? Катрисия, резай рогу. Пиздец, блять, кринж, нахуй. Фулба в пороге. Красный, готовимся. Берегитесь. Племени летят. Не словите, нахуй. Красного бьем. Красного быстрее. Лужа выходим. Будет зеленый, готовимся. Берегитесь.
Так, зеленый. У ДПС по зеленому свищ или таргет. Добиваем, добиваем, добиваем. Чтобы он не выбрал еще раз. Служи, выходим. Берегитесь. Колбы? Колбы вон они стоят. Ну не колбы, блин. Так, процентаж босса, блять, сейчас запомню цель. Красный, сейчас готовимся. Красный вылился, красный объем. Ты чё, блядь, смертник, что ли? С красным дебафом зачем подходите? Да там не дебаф, там он просто выбрал его. Дебаф на переходке, когда два сосня. Так, что-то я про лужу забыл. Это сейчас вот зеленый выливается, кливайте и босса, и зеленого одновременно. Прям дамага много старайтесь внести. После зеленого будем профа переводить, стараться. Вот отлетели. Так. Добивайте профа, веди к слизню. Чтобы они его перевели. Профа к, ну, к рейду. Фул по боссу. Максимальный дамаг. 9 секунд. Максимальный дамаг и башен. И, ну, смотри, это, до треугольника успеть от стола добежать. Дебафы смотрим быстро до треугольника, кто с треугольником. Не проебитесь, нахуй. Я вижу все, на ком какой дебаф. Потом, блядь, буду хуесосить. Так, нормально. Все, бейте, не зыбко. Эй, я захилься, щит маны нажми. Не сдохните там. И красного активнее. Так, кто-то унтить умеет босса, нахуй. Кукмастера захильте. Кукмастер умеет. Кукмастер первые три стака будешь забирать. Зеленого добили, быстро по боссу играем. Геру дали. Кукмастер готов. Слушай, уходим, нормально уже. Кукмастер. Два стака на Эвилаше, мы вайпанемся сейчас. Мы не убьем так. Бля, оно и надо мне умять, ДВМ не показывает. Это хуево, нахуй. Вадикон, да, заберешь сейчас 3. На Евилаше 2, я все вижу. Следующий, кто умеет забирать, нахуй? Раздупляйте быстрее мозг свой, нахуй. После Вадикона, кто следующий будет? Одно тело еще надо. Закханыч, ты будешь. Выходи на рейндж и готовься. Берегитесь. Так. 3, да, Вадикон? На мне 3, да. А, он сдох, нахуй. Ладно, на третьем я заберу с Евилаше. На те два? Ладно, это самое. Пускай, почиль, постой. Пускай на мне три кинется, потом заберешь и добьем. Хуярьте, главное лужу пельмень не ставите. Вот на мне один. Захильте войду, нахуй, держите, блять. Перекиньте частицу, я пока три стака потанчу. Че там, пельмени нет? Ой, блять, колб. Два стака на мне пока что, лужа, выходим. Ёбаные лаги, блять. Так, три стака на мне, все, Вилаша забирай. Кирсори зачем-то забрал. Смотрите, человек со стаками, если умрет, это будет вайп, он отхилится сразу. На Вилаше 3, смотрите, надо будет. Короче, давай, не зыбку дал я, короче. Так, забрал. Добивайте. ДБМ всю хуйню показывает, именно то, чему нахуй не показывает. Забагался. Ну чё, убили нормально. Хорошо, что Вадикон умеет забирать. ДПСа больше не стало. Раньше-то надо было 3 человека, 2. 2 минимум, чтобы 3 забирал эти стаки. Там осколок будет. Я понял, нахуй.
Че, никто не жмет? Жмут нахуй. Тут столько соток нахуй, что просто пиздец. А что-то появляется вообще? Лишь у меня вообще тебе ничего не появляется, кстати. ГЦ. У тебя не должно ничего появляться. А-а-а. Мне знак просто один нужен, пиздец, чтобы кап добить. Голову, да? Не, Павла, говорю, личку глянь. Блять. Не, крипто, голову надо, наверное. А чё там, у меня удалилось уже всё. Где личка, в Дисе или где? Нет, в игре. Нет, там... Ой, кто-нибудь пушку брал, нет? Там удалилось нахуй уже, этот, как он называется. Ну я притону отдал на распыл. А чё, кому надо? Кого, пушку? Да. Не, если без какой-то, то я её заберу. Типа, блядь, кто? Просто она такая... Ну такая себе. Кто, кто? Да, 2.8. Ну давай за 10% надо. 10, сколько будет ГБ? 40. Оху, давай. Притон отдашь? Опа. Да, конечно. Да, дам, дам. Ты все уже сейчас уходишь? Ну, через полчаса. А, ну сиди пока, сейчас еще, может, еще я убью. 2-2-8, трейд не кинешь. Скажешь, как будешь уходить, я тебе накину. Юлю поставь в очередь на осколки. Юлю в очередь на осколки. Надо посмотреть вообще, что там с очередью у нас. Так. Девятый вела, 60-й бенстиллер, нахуй. Нормально очень. Ой, кринж. Да не, это, ну, это не окончательно, это, блядь, хуйня все. Это просто кандидаты. А там, кто будет собирать следующий, посмотрим. Все, я забрал, можешь ГП кидать. ГП, да это всегда пожалуйста. Там тут немного, сам прям. Много, говоришь, да? 5к устроит? Нихуя. Это сколько надо, чтобы 5к отмыть? Год, нахуй. Ну, примерно полгодика. Каждый день их рейдов. Я 5000 получал, знаете, за чё, нахуй. Я там что-то там танковал. Хоть выпало. Ну, токен на ДК выпал и шлак всякий. Параша. Надеюсь, слона печенька ДКшная упадет. Что, трех тактиков убили? Ничего. По стеночке заходите. Еще раз глянь лишь. Один за приор. А, два. Кстати, штаны с Валитри никому не нужны, мужики?